Свой творческий вечер писатель и кинодраматург Виталий Добрусин начинает с экскурса в историю. Автор более 16 книг и 40 документальных фильмов делится со зрителями яркими фактами жизни запасной столицы в годы войны. На то, чтобы их отыскать и воссоздать картину происходившего, у писателя ушел не один год. Мое журналистское кредо – поиски и открытия. Я стараюсь открывать такие факты, я стараюсь находить такие темы, которые до этого никогда не озвучивались. Это не всегда просто, но это очень интересно. Фильм об артисте балета, который в 1941 году эвакуировался вместе с Большим театром в Куйбышев, зал встречает овациями. Картина «Большой театр в запасной столице» повествует о легендарном артисте Владимире Кудряшове. Сегодня Владимиру Владимировичу 97. И давно ставшие легендарными события на экране оживают в его воспоминаниях. На творческий вечер кинодраматурга и писателя Виталия Добрусина жительница Самары Ольга Пашкова пришла вместе с сыном. Мама уверена, любовь к истории родного края нужно прививать с детства. Это очень интересно. Это не просто вот какие-то сухие факты. А это какие-то подробности, о которых мы даже и не знали. Мне интересны его рассказы. И мне интересно знать о своем городе, потому что это мой родной город. В заключение встречи зрители получили в подарок книгу и диск с фильмом о Владимире Кудряшове с автографом автора. Ольга Павлова, Василий Колдашов. События.